Смотри, девочка, видишь? Сегодня 23 мая 23 года, и это не просто красивая дата. У двух наших сотрудников сегодня день рождения. И так случилось, что оба этих сотрудника сегодня на смене. Давайте с вами сегодня их поздравим. Пойдемте. Так, вот они, наши две именинницы, Маргарита Викторовна, Ирина Александровна. От всей души поздравляем вас с днем рождения. А для тех, кто смотрит это видео, прямо сейчас поставьте на паузу и напишите что-нибудь приятное нашим девочкам. А для них у нас будет отдельный подарок. Приедет большая звезда. Не буду раскрывать всех карт, кто это. Но скажу одно, его обожают абсолютно все женщины. Стас Михайлов приехал. Стас Михайлов приехал. Давай. Стас, это цветы. Не часто к нам приезжают звезды такого масштаба. Никто не остался без фотографий. Я, конечно же, тоже сделал фото на память. Помните, в первой серии я знакомил вас с Эделиной и обещал рассказать, как прошли ее роды. При поступлении во время УЗИ было выявлено двукратное вбитие пуповины вокруг шеи. И это проявилось в компрессии пуповины во время схваток. Мы не стали рисковать здоровьем ребенка и предложили закончить роды путем операции кесарево сечения. Сейчас шел по коридору, увидел Эделину, как она любуется своим ребенком. Закончили операцию где-то в 9:30, сейчас на часах 16:30. То есть ориентировочно где-то через 7 часов она уже в состоянии после операции кесарево сечения взять ребенка, посмотреть на него, насколько быстро у нас поднимают на ноги после операции кесарево сечения. Хоть это плановая либо экстренная операция, в среднем на это уходит около 6 часов. Так, все, словили в коридоре Эделину и Анну. У Эделины было экстренное кесарево сечение, у Анны были роды через естественные родовые пути. Эделина, расскажите, как вы себя чувствуете? Хорошо, да. Благодаря всем, кто помогал в этот процесс, все хорошо. Вот теперь рядышком наш мужчина, единственный. У нас же одни девчата, вот теперь есть мужчина в семье. Я хочу напомнить, у вас было обвитие, да? Когда вы поступали к нам по УЗИ, было двукратное обвитие. А в родах определили то, что оно было не только двукратное, да, вокруг шеи, еще вокруг туловища, да. Хоть мы обычно и говорим, что обитие это не страшно, но все равно, конечно, в родах мы обращаем на это внимание. Но вот в вашей ситуации, конечно, хорошо, что все хорошо закончилось, да, и вовремя провели кесарево сечение. Так, а как назвали, скажите, пожалуйста? Назвали Алан. Интересное довольно имя. Вы, наверное, с прицелом на за границу, да, чтобы в дальнейшем... Нет, мы просто мне это имя понравилось еще. У меня муж футболист, и есть очень популярный футболист. Его зовут Алан. И вот муж предложил, а там уже выбора особо у меня не было. Поэтому решили. Все, понял. Муж хочет, чтобы вырос футболист, наверное. Конечно, не может. Он нацелен был сразу футбол его дать с первых дней. Поэтому... Дай бог по его стопам пойдет. Ну, то осталось, чтобы он такой подрос и начал ходить. Анны были роды через естественные родовые пути, срок был уже большой, поэтому при поступлении была предложена подготовка
дилатационным катетером. Что вы можете об этом сказать? Понравилось ли вам? Да, все очень понравилось. Наверное, благодаря только этому катетеру я родила в итоге за 30 минут. Это просто божественно. Я не знала, что так можно. Да, кстати, к слову, об этой процедуре все очень боятся, что это больно. Ну, конечно, у всех по-разному, но чаще всего это не... Да, терпимо, нет таких прям выраженных болей, это как примерно перемещено. Зато вот один из положительных моментов – можно очень быстро родить за 30 минут, поэтому все здорово. О, головка какая аккуратная у ребенка. Слушайте, уже прическа, пробор появился. Красота. Так, а вас кто? Мальчик. Мальчик. Третий мальчик. Никита, а, точно, Сергеевич. Точно, я понял. У вас вот футбольная команда тоже. Никита, да, будет? Позвольте от всего коллектива родильного дома поздравить вас с рождением детей. И хотим сказать вам спасибо, что выбрали именно наш родильный дом. Вам большое спасибо. Не-не-не, все. Вам спасибо, что пришли к нам. Рекомендую. Давай сильно! Сильно тушимся! Сильно! Голову качаем! Сильно! Встал, ребенок. А ты старше сколько уже? 9. Ой, так это вообще помощница нянька у тебя. Зайка.